поехали прокатиться по городу, посмотреть, как исполняется ограничение при условии карантина из-за коронавируса в Нижнем Новгороде. Посмотрели самые любимые места скопления людей. Ну и мы видим, что не полностью город пустой, хотя наиболее, скажем, районы, которые больше всего офисные здания, там какие-то магазины, здесь, да, людей мало. А вот там, где места отдыха, которые нравятся гражданам, прогулочные места, по набережным ходят, прогуливаются в масках, прям очень мало людей, практически единицы. Но нужно сказать, что дистанции, гуляющие, социальные расстояния более 2 метров, соблюдаются. Группами мы видели, видим только тех, кто собираются к компании, это на одной машине приехали и там курят кальян или общаются, отдыхают на набережной. А также видели группы людей, которые совместно осуществляют либо пробежки, либо ездят на велосипеде, либо гуляют, это в пределах одной семьи или друзей. В общем и целом, для себя отметил только одно место. Про Макдональдс отмечу, что он продолжает работать, и несмотря на то, что другие объекты общепита закрылись, Макдональдс своих клиентов обслуживает. И получается, люди, которые хотят приобрести в Макдональдс еду, они скапливаются у кассы, ожидая это на крыльце Макдональдса. И, соответственно, тут никакие социальные расстояния, ни 2 метра, ни метр, ни даже полметра не соблюдаются. Люди стоят вплотную друг к другу, без средств защиты. Поэтому это, я считаю, что это нарушение.